Дверь закрывает. Осторожно. Осторожно. В русской сценической речи определяется такой речевой дефект, называется многоударность в словах. Это когда в одном слове не одно ударение на гласную букву, а есть еще одно маленькое, то есть два ударения. То есть не осторожно, а осторожно. Осторожно. Я, конечно, понимаю, что подражание речи Анжелики Варум это мило и прекрасно, но... Осторожно. Я русский драматический актер, безработный. Предлагаю вам, РЖД, взять меня на работу, чтобы я вам грамотно записал по-русски объявления остановок и станций. Прислушайтесь к моему предложению.